Удочки, спиннинги, сачок, прикормка – все это соревнования по рыбной ловле. Пятничное утро для представителей жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского района началось у пруда под Нарофоминском. Более 70 человек из 16 организаций разделились на 30 команд. Цель соревнований – не только приобщение участников к этому виду спорта, но и пропаганда здорового образа жизни. Много было споров, как всегда. Очень большая подготовка, чтобы все было честно, чтобы все было, ну, как бы на виду все. И у нас с этой целью мы в этом году сделали судейскую бригаду. В судейскую бригаду вошли председатели профсоюзных комитетов или актив. Так обошли в 6 часов утра, дали сигнал, и две снасти вот у каждого участника. Соревнования проводятся уже в 9-й раз. За соблюдением правил пристально следят судьи. В этом году они из оргкомитета. Впрочем, нарушать или, как говорится, мухлевать никто из спортсменов и не собирается. В нашей бригаде судейской, конечно, нетрудно, я думаю, что выполнять свои обязанности. Потому что это все наши сотрудники, наши знакомые. Мы договорились об условиях, они их четко выполняют. А мы ходим и проверяем, контролируем. Я думаю, что все будет без всяких нареканий с нашей стороны. И они будут, как бы, наши участники довольны. В качестве наживки участники соревнований используют селедку, кукурузу, комбикорм, креветку или червяка. Большинству рыбаков удалось поймать карпа. Под килограмм где-то, да. Может, грамм 800, 700. После отведенных 5 часов участники соревнований отправились на коллективное взвешивание. В зачет идет только 3 участника от команды. На третьем месте по весу рыбы оказались представители МУП УЖХ. На втором месте участники из ОАО «Одинцовский водоканал». Больше всех рыбы поймали представители Одинцовской электросети. Дарья Сутягина, Рустем Агишев, телекомпания «Одинцова».